В этом году областной конкурс «Песни по жизни» встретил более 130 участников, съехавшись в наш город со всей Брестской области. Конкурсанты, на долю которых выпал непростой жизненный путь, полная или частичная потеря зрения, не привыкли сдаваться под натиском обстоятельств. Ежегодно, с большой радостью и предвкушением встречи со своим зрителем, они приезжают на конкурс подарить свое творчество, сделать мир чуточку добрее. В этом году у нас где-то участников порядка 130 человек. Вот. Принимают участие у нас 18 первичных организаций, на этот раз половина, 9 первичных организаций участвуют. Но это не говорит о том, что почему-то нет талантливых людей в других организациях. Они, конечно, есть, но уровень и качество выступлений с каждым годом растет. Поэтому здесь выступают лучшие из лучших. И я думаю, что они сегодня нас по-прежнему чем-то удивят. Да, посмотреть было на что. Голоса участников потрясали мощью и выверенным филигранным искусством исполнения. Впервые в конкурсной программе приняли участие гости из Республики Польша. Став за многие годы хорошими друзьями общественного объединения «Белтис», труппа театра «Т3» из Белостока привезла свою концертную программу на суд брестского зрителя. Мы очень счастливы, что сегодня смогли к вам приехать. Мы покажем фрагмент смешанного представления, где будут и скетчи, и песенки. Нести радость своим творчеством, поделиться своей улыбкой и хорошим настроением, добрым словом. Стремились все конкурсанты и гости праздника. Мы здесь все собираемся из нашей области, общаемся между собой, вот, знакомимся с новыми людьми, делимся опытом, конечно же. Ну и, конечно, как я человек творческий, для меня это всегда приятно, мне нравится. Само занятие, вот, петь песни на сцене, дарить людям радость, положительные эмоции. И это у участников получилось на все 100. Брестский зритель с теплотой и благодарностью принимал каждого из идущих по жизни с песней.